Прошла неделя со дня открытия 30-х Олимпийских игр в Лондоне. На сегодняшний день наша страна завоевала 3 золотых медали. В рейтинговой таблице Россия занимает 9-ю позицию. Насколько активно следят за играми жители нашего города, узнавал корреспондент. В летних Олимпийских играх Лондон-2012, к сожалению, не участвует ни один мясский спортсмен. Тем не менее, давайте спросим у прохожих, следят ли они за достижениями нашей страны. Где сейчас проходит Олимпиада? Извините, в Англии. А в каком городе? Вот насчет города не скажу, потому что я могу соврать, вы потом мне не поверите. Ну, в Англии, в Лондоне. В Лондоне. В Лондоне. Не помню. В Лондоне. Я знаю, где проходит, она проходит в Лондоне. В Лондоне. Сейчас в Лондоне. Ну, где-где? В Лондоне. В Лондоне. На каком месте сейчас Россия? По-моему, 10-е или 9-е было, что-то так. Простите, лучше был бы Советский Союз, чем Россия. Они находятся сейчас на 12-м месте, общекомандный результат. По-моему, на 7-м сказали, если я не ошибаюсь. Вчера была на 10-м, но вчера наши выиграли довольно много медалей. Думаю, сейчас близко к 5-ке, либо на 6-м, 7-м месте. На 7-м. На 6-м вроде. По-моему, если не ошибаюсь, где-то на 5-м, 4-м. Если не изменяет память, мы на 9-м месте. Не, ну это ну, про Сочи, что ли, который говорит? Нет. Вот и не вникал. Ну как бы я так мельком смотрю. Сколько у нас золотых медалей? Сколько золотых медалей? По-моему, уже 3. 3. Все у дзюдоистов. 3. По самбо, по борьбе. Так, 9 или 8, что-то такое. Знаю, что 3 по дзюдо, первых места. По-моему, 17 медалей, из них 3 золотых. Знаю, что 3 медали по борьбе золотые. Ну, 3 золотых точно, 2 серебряных точно. Это я в новостях слушала все-таки. Ну, было где-то, в общем, 2 золотых, 7, по-моему, серебряных и сколько-то бронзовых вроде. А из мясских спортсменов кто-нибудь участвует? Конечно, Тихонов наш главный пловец. Наша гордость. Вот. Тоже любим, болеем. К сожалению, не знаю. Никто. Из мяски, к сожалению, не знаю, но так вот получилось. По-моему, по борьбе что-то связано с борьбой. Вот, что-то такое. Не знаю. Может быть, боксом. Сегодня мы еще раз убедились, что Миасс – спортивный город. Несмотря на то, что кто-то и не знает точных достижений нашей сборной, но Олимпиаду смотрит подавляющее большинство населения. Виктория Шавхалова, Айдар Насыров, программа «24 Миасс».